понимаете, как национальных героев России и Ингушетии. Если спрашивают вот у кого-то, что такое счастье, вот как вы это понимаете, для меня это сегодня, как для регионального руководителя, это большое счастье. То, что вот мои сегодня детишки с республики, они сегодня на этой такой главной сцене представляют Ингушетию. Они сегодня еще раз заставляют говорить о самом молодом субъекте Российской Федерации и говорит о том, что у нас большое будущее. Большое будущее вместе с Россией, которое неотделимо от прошлого.